И всем ассаламу алейкум, друзья, всем привет. Сейчас в группе со мной находится Redface, и вы скажете, зачем я его позвал? Ребят, мне постоянно в комментариях пишут, сыграть с Redface, мы хотим посмотреть, чьи настройки лучшие, и поэтому я его позвал, ребят. Сейчас я его буду просто наказывать максимально за его поступочки, ребят. Он думает то, что он жесткий настройщик, чат, вот реально, скажите по-братски. Ты как думаешь, Redface? Мне сейчас реально страшно стало, если меня сейчас наказывать начнут. В принципе, логично. Так, чат, всем ассаламу алейкум. Имидж говорит то, что хочешь меня наказать, но... Хана тебе, братан. Но я не дам тебя наказать, так что давай сейчас не будем тогда затягивать этот разговор. Погнали, посмотрим, кто... Давайте, давайте, чат. Лучше. Желаю вам приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь, естественно. На самом деле мы с Имиджи братья, но все же, ребята, да, нужно выявить, кто лучший настройщик в СНГ. С этим согласен. Лайки, чат, подписки, приятного просмотра, погнали. А чё опять? Да, ты очень быстро. Ну почти фулочка, ну как себе, такая себе фулочка. Так, друзья, мы в каточке. Так, Redface против Imagine, покупая сразу дигл, броник, стеночку. Ты вообще какие навыки предпочитаешь там использовать вообще в СНС? Если у вас СНС, то естественно Мока, Максим, Элли для быстрого бега. Ну и обычный скалер или Алек. Ну я вот чисто беру, знаешь что, Хаята, Келли, Максим, чисто чтобы аптечки быстро хавать и быстро играть. И это точно. Блин, я тебя вообще тогда не могу ошалеть просто. Давай, залети, я тебя готов браться. Бля, все в тело, это что так? Это что за прикол? Это не то, слишком быстро играет, это слишком быстро играет. Походу. Ой-ой-ой, наконец-то. Нет, просто за нами игра не успевает, поэтому мы в тело, короче, даем. Бывает. Вот смотрите, чат, давайте вы максимально поддержите, там лайки поставите. Вот хочу реально, чтобы вы поставили 10 тысяч лайков, потому что вот реально на других видосах такой поддержки не было. Надеюсь, вам понравится такой контент, то есть, ну, с ютуберами, как мы играем. На Redface тоже, да, подпишитесь, ссылочка будет в описании, чат. Бразильский игрок Imagine пушит. Ой-ой-ой-ой. Вообще не залетает по тебе, хз, почему? Я в стенках застреваю постоянно. Опа, бринлайн. Да, ты очень быстрый игрок, да что? Ля ты крыса, а? Очень много игроков, которые играют в СНС, они просто тупо ждут момента за стенками. Да. Они не пушат. Да. Из-за этого тупо СНС умирает, то есть... Ведь с этим согласен. Ну, это, конечно, игра как бы дает о себе знать. Да, в стиле игры сменился полностью, все на победу начали играть. Не, я против тебя тоже, конечно, победу могу, но я просто, знаешь, такой бразильский игрок чисто. Чисто Бразилия, езжи, пушим моментально. Ему голову дал, ошалеть, он сейчас умрет. У меня есть калер, который сейчас мне даст ТП-шки. Опа. Блин, я тебя пушу, короче, в стенках твоих застреваю. Офигеть, это уже не раз такое. Офигеть, в тело дал. Прикинь, я тебе голову дал и в тело зачитал. За что? 2-1 счет, чат. Лайки, комментарии. Напишите, с кем еще можно сыграть. Вот это самое главное. Может там сыграть, не знаю, с Трэшером. Ну вот, чат, поэтому пишите, буду читать все. Вот этот контент хочу такой же тоже делать, типа с ютуберами играть. Прикольно будет, реально. Бля, у меня все уже патроны кончились, отвечаю на досугу. Как я их так... Мысли кончились, патроны. Не-не, типа, перезарядка. Что-то я быстро выстреливаю. Слишком такая большая скорость передвижения, пока ребята летают. Я вообще честно задолбался с этого века. Умеете, могете просто. Ну я стиль игры давно уже сменил, то есть я не могу сейчас вот так вот как ты пушить.
Блин, тут вообще хорош, хорош. 2-2 счет, чат. Неужели меня Redface сможет выиграть? Не, чат, я такого не... Я в такое не верю, чат. Блин, это реально жесткая битва получается. Лучшие настройки, сейчас посмотрим, чьи же лучшие настройки. Как вы думаете, друзья? Как вы думаете? Как вы считаете? Напишите в комментариях, у кого же лучшие настройки. Фулл хэдка сейчас залетает. Отвечаю, фулл хэдка. Ай-яй-яй, пошутил, это была шутка. Это была шутка. Я на перехил. Эмоджи любит шутить. Ладно, вот сейчас фулка будет, отвечаю. Вот просто, ну, чекайте чат. Ну, реально сейчас будет фулочка. Ну, почти фулочка, ну, как сказать, такая себе фулочка. Ты что там, как Супермен бегаешь 200 км в час, что ли? Хорош, ема. Я даже не ожидал то, что я так попаду. Блин, ема, ты, конечно, закрыто катаешь, офигеть. Хорош, нормально. Ну как против тебя открыто, я сразу же голову получу. Ну это да, это правильно, по сути правильно. Просто знаешь, я хочу прям такую фулочку смачную дать, прям, блин, зигла. Вот что-то не залетает по тебе, не знаю почему. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Опа-на. Залетела тяга. 72 в голову. Почему она тычка только залетела? Вопрос. Вай-вай. Короче, захилься. Все в тело дал. У тебя сколько хп? У меня 120. А, нормально. Скалером. Забилкаешься. Да блин, вообще не летит, отвечаю. Как надо тянуть? Ой-ой-ой. Изи. Это Imagine, скажи, сколько Чё? Ты уже играешь с ПК? С ПК, честно, вот смотри, с ПК я очень давно играю, как минимум 3 года, я даже не считал. Но я с телефона тоже такой хороший игрок. Но сейчас с телефона, конечно же, не играю. Но если кто знает, чат, я турниры играл с телефона. Туриков очень много играл, реально. Погнали. Прям все мимо головы. Тут... Ой-ой-ой. Залетела ходочка. Быстренько ставим сеночку. И берем. Ай-яй-яй. У меня уже два тела. Ебай, я бот, блин. Ну, один раз тогда я уже, по-моему, в голову и в тело дал, поэтому нормально. Да, там 80-90% в голову было, а все тело засчитали. Офигеть, нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой, чат. Вот это да, чат. Чат, еще раз напоминаю, лайки проставляйте прямо сейчас. Кто еще не поставил лайк, обязательно поставьте лайкосик у вас. Царский лайк чисто. И комментарий тоже пишите, и подписочки. Вот реально, вот у меня, прикинь, у меня раньше канал рос очень быстро. Сейчас у меня, короче, подписчики вообще почти не набираются. Не знаю почему так, но вот такая тема. Обидно на самом деле. Ну, раньше у Азама, к примеру, онлайн был более 10 тысяч, сейчас на 3-5 тысяч скатился. Да, игра немножечко умирает, так скажем, поэтому. Да не, может быть, это из-за карантина тогда у всех так все это... Ну да, было. возможно тоже. Сейчас уже другое время. Я так понимаю, карантин это блогерская. Ой-ой-ой, за что? Ну ты прям подпрыгнул на меня. Я, короче, нечаянно клавишу нажал там этот shift, короче, 3 раза. И у меня, короче, залипание клавиши в звук будет. 5-4 счет, чат. 5-4 счет, да ну нафиг просто. Что происходит? Блин, я не знаю, насчет у обоих настройки жесткие или что? Я не понимаю, мы сегодня как это выиграть себя? Можно вообще? Знаешь ли ты, задротеры по настройкам думают, что тут уже оба профессионалы своего дела. Мы же прям ежедневно в этих штучках копаемся, так что думают, что у нас уже максимальный уровень. Ну да. Ай-яй-яй, как я не дал! Вот это рандом. Я тебе тоже фулку дал, уроню прошел что ли, серьезно?
Погнали, погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, хорош. 5-6. Нифига ты меня камбэкнул. Был счет 5-3 теперь. Или какой? Да, 5-3. Нифига ты камбэкнул. Я аж водички хочу попить теперь. Ладно. Неплохо. Так, надеюсь, я сейчас не умру. Опа, опа. Нифига ты, фастер. Сейчас аккуратненько, фулочку дам, наверное. Ой-ой-ой-ой. Я оружие не взял. Ой-ой, а чё опять сделаешь? Третье тело. Это чё за бред? Сейчас скажите по-братски, я в голову стреляю, она в тело засчитывает. Это нормально вообще? Ну, Юрий, пацан, к успеху шёл. Не получилось, не фартануло. Давай заскриншотим сейчас для превьюшки. Давай, да, 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 надо для превьюшки сейчас сделать, точно забыл. Ага, иди сюда. Иди так, сюда, быстро, быстро. Иди, давай, иди, давай, иди. Давай. Да, вот иди. Сюда, вот. Да, иди сюда, стой, иди сюда. Вот сюда иди. Куда, сюда? А, он, ладно. Я тебя хотел обмануть, чтобы мы обе, короче. Идем сюда. Тут превьюшку можешь за хорошую сделать. Чат, это, короче, мы сейчас будем файтиться. Это просто мы превью должны сейчас сделать, просто, да. Если что. Вот тут вставай, да, этот эмоции показывай, так. Вот эту эмоцию. Все, быстро уходим отсюда. Блин, ты че умер, что ли? Чат, мы хотели превьюшку сделать для вас. О, нет, что же мы наделали? Ладно. Ладно, чат, нет, это... Мне плохая игра, так вышло. Чат, вот, не знаю, на самом деле, считаете вы, как хотите, там, у кого настройки лучше, но чисто братская игра такая получается. Поэтому надеюсь на ваши лайки, чат, максимально, прямо сейчас, кто еще не поставил лайк и еще не написал комментарий, против кого мне сыграть, пишите, чат, я вас жду вашей поддержки, друзья. И 200 тысяч подписчиков давайте добьем. Что скажешь, Фейс? Ну, я, конечно, сказал бы все, что ты сейчас сказал, но не 200 тысяч подписчиков. Если 25 тысяч добьем, то это уже прекрасно. Ой-ой-ой, так, жестко. Что ты сказала, просто скопирую и вставлю сюда, это будет то же самое. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан еще. Также пишите в комментариях, против кого вы хотите, чтобы я и Имоджи потом вышли. Плюс. Хоть 2 на 2 любого резюме. Кстати, да, 2 на 2 можно тоже сыграть, там в ультиматум или что-то такого, кстати, да, чат. Да. Поэтому пишите. Ладно, всем ассаламу алейкум, всем удачи, всем пока, скоро увидимся. Да. Ассаламу алейкум, всем пока.